Он сотворил человека по образу своему и поставил его над делами своими. Все положил под ноги его. Но грех непослушания разделил человека с Богом. Иисус Христос является Спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблемы грешных людей и восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи в родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за Ним. Бог в Христе примирял с собой мир, не зачитывая в них их просить, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы, послы от имени Христа, просим примириться с Богом. Желаем вам благословения от Господа.